Приветствую вас. Эпидситуация в Грузии остается стабильной. За последние сутки в стране коронавирус выявлен еще 170 человек, и на 22 марта общее число инфицированных в Грузии достигло 277 650. Из них 3710 скончались. Суточный прирост 9. Немецкая авиакомпания Lufthansa уже получила соответствующее разрешение и с 1 июня будет выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Баку. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю. Напомню, что Lufthansa возобновила полеты по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен 2 августа 2020 года и с 31 мая будет выполнять рейсы по данному маршруту ежедневно. Российский лоукостер «Победа» также получил допуск на полеты по маршруту Москва-Тбилиси. Однако допуск не является разрешением на возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, а всего лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов. Участники движения «Социальный взрыв» провели протестную акцию с требованием отмены комендантского часа. Они подают коллективный иск против правительства Грузии в Конституционный суд. Протестующие против законодательных норм, которые предусматривают санкции на нарушение правил изоляции и карантина. В любой стране должны быть четко определены объективные критерии, в каком случае ограничения могут быть ужесточены или ослаблены. У нас нет таких критериев. Около 20 тысяч абитуриентов зарегистрировались на вступительные экзамены в вузы Грузии, а принять участие в грантовом конкурсе студентов выразили около 1000 студентов. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария через месяц после отставки с поста сделал заявление, что возвращается в политику и в ближайшее время детально поведает обществу о своих планах. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе – многодетный отец, который скоро вновь станет отцом. Теперь у Валерия Меладзе 3 дочери от первого брака и 2 сына от второго. Удачи всем вам!